Похоже, мы знаем точное время и место, где из искр симпатии разгорелось пламя любви, в котором по сей день горят Юлианна Крылова с Димой Биланом. Там еще замешан актер Йен Сомерхалдер, но обо всем по порядку. Два парня влюблены в одну девушку. И девушка эта возлюбленная Димы Билана, модель Юлианна Крылова. Вот сюжет нового клипа Димы на совместную опять же с Юлианной песню «Слепая любовь». Съемки этого видео проходят в Америке, а съемочной площадкой нового экшена Димы становится дом Николаса Кейджа. Главную роль в клипе исполняет всемирно известный актер Йен Сомерхалдер, звезда сериала «Лост». Потому что он известен, потому что он интересен, потому что задумка была подобного характера, такая, знаете, а-ля что-то зловещее. Фанаты с содроганием сердца ждут сольного концерта любимого Билана, где и состоится презентация долгожданного видео, в котором Дима и Йен борются за сердце одной и той же дамы. Версий будет две. Более жесткая будет версия для интернета, в плане эротики, да, и более, скажем так, легкая, естественно, для музыкальных каналов. Ну а на вопрос, кого же выберет Юля Крылова, суперпевца Диму Билана или же красавчика Йена Сомерхалдера, можно будет ответить только посмотрев новое видео покорителя Евровидения. Все. Анна Эрхим про новости.